Здорово, здорово, подожди. Сейчас, секундочку. Что, нормально, на человека похож, подожди. Если хер там был. Что-то шея у меня слишком толстая, походу. Ладно, друзья, как вы могли догадаться, вы на канале Князь ТВ, Битва Замков, у нас роллинг, все как вы любите. Нахожусь на аккаунте игрока под ником Мэйн Кун, и тут нужно выбить нам нормальное количество героев, не хватает. Не хватает таких героев, как Бигфут, Рина, Ронин, Афина и Тесса. Бигфут, Рина, Ронин, Афина и Тесса. Запомните, пожалуйста, потому что я могу забыть. Ну а игрок находится, в свою очередь, в гильдии под названием... У-ху-ху-ху-ху! Энигматик, Энигматик. Я не знаю, может быть, я неправильно все это сказал. Энигматик, наверное. Не знаю, в комментариях поправите, ребятушки. Но гильдия очень хорошая и требуются бойцы. Правила битвы гильдии. В четверг и воскресенье проходим по максимуму. Факела по средам и субботам. Атака в 20.45, защита в 20.52. Тут вы, кстати говоря, можете увидеть телеграмчик лидера. И я, походу, нахожусь на аккаунте лидера или вице-лидера. Сейчас узнаем, куда нужно присылать заявочки по поводу вступления. Вот так что такие вот дела. На самом деле, блин, ребятки, кому вы предоставляете аккаунты на роллинг? Вот данный боец ждал 3 недели, как оказалось, того, чтобы я наконец добрался, короче, до его аккаунта. Извиняюсь, ребятки, многие из вас ждут, но, блин, меня не хватает на всех. Вы уж извиняйте. Фух. Ну что, погоним ролить, да, гильдия, гильдия, подожди, интересно, Энигматик, Энигматик, ребятушки, вступаем. Ну-ка, чё, нема. Я, слушайте, я властитель в данной гильдии сейчас, пускай на 10 минут, но я властитель, я властитель, я властитель. Ладненько, ладненько, давай, пару раз ударим, потом посмотрим вообще, что из себя аккаунт представляет. Бог грома. Сноузила 106. Ух ты, да ладно. Слезы с глаз пошли, чуть не заплакал. Охренеть, стрелок и Афина. Охренеть. Охренеть. Было бы еще эпичнее, если бы на этом аккаунте не хватало бы стрелка. Это жестко. Это жестко. Ну, Афины здесь не... Ну, это вообще... Я такого не видел. То есть, ну, чтобы там какие-то последние... Ну, типа, чтобы имбовые герои сразу по двое выпадали обычно. Ну, там бывает, знаете, типа, Стрелок и Снеговик. Там Анубис и Паладин. А тут просто... Это заслуживает лайка, дамы и господа. И подписки. Так. Сам себе аплодирую. Ребят, это еще один недостающий герой. И мы потратили 3000 самоцветов. И как бы ладно, всем пока. Роллинг прошел на ура. Держитесь там. Ладно, продолжаем. Паладин, я даже боюсь сейчас выходить с алтаря, смотреть, точнее, ну да, с алтаря, с роллинга героев, я боюсь выходить и смотреть на алтарь, потому что вдруг эта халява прекратится, Леди Лео, хранитель, да, чтоб я так жил. Но ниндзя, Сноузила, Душегуб. Так, кто там еще у нас остался? Хранитель. Хранитель. Надо еще Бигфута выбить. Бигфута и ворожея. Кстати говоря, блин, если бы ворожея... Ну, Бигфут еще ладно. Ну, Бигфут это Бигфут. Это Бигфутище, ребятки. Бигфутище это Бигфутище. То есть, ну, понятное дело, герой имбовый, хороший. Но, допустим, если бы все-таки не было ворожея, не было бы ворожея, да? Точнее, был бы здесь ворожей. И нам не нужно было бы выбивать ворожей. Я бы, наверное, уже таланты начал бы ролить. Но все-таки пока ворожея не выбьем, это такой must-have герой,
будем ролить. Ну, конечно, 5000 оставляем и 5000 спустим на таланты для новых героев, непосредственно для Фина и Ронина. Ну, блин, арест, ну, начало роллинга просто вообще шикарно. Не зря парень 3 недели ждал. Реально, чего у меня слезы-то на глазах? Я не знаю, блин, но я все равно таланты не пойду ролить, надо выбить ворожей, раз такая пьянка, может быть, все-таки ворожей выпадет. Триант. Ну, а таланты могут не в любом... Короче, раз так падает, идем до конца. Я сначала думал, ну, типа, там, парочку выбью героев, и тогда пойду таланты ролить. Нет, раз тут рандом предоставляет такой шанс, надо им воспользоваться. Вот. Потому что что-то сейчас случилось с этим аккаунтом, с этим рандомом, с этим роллингом. И надо брать быка за рога. Пока он дает. Пока он князь тыква. Давай вражей еще. И, блин, ладно, похер на Тессу. Ну, хотя Тесса тоже норм. Но, блин. А! 4000 осталось. Сука, взял быка за рога. Ладно, ворожея мы не выбили, но мы выбили Бигфута, Афину и Ронина. Это что-то с чем-то. Так, теперь наконец-то посмотрим мы на аккаунт. Ну да, ну без... Стрелок с богом войны. Ну, бог войны точно, блин, не нужен. Кто мне там пишет на телефон? Ух ты. Так. Ладно, Бигфут... Ронин Афина. Бигфут Ронин Афина. Блин, Бигфут Ронин Афина. Ну это охеренно. Это охеренно, ребята. Это просто, это, сказать, чудеса. Стрелок с Афины выпал. Да, я вообще такого ни разу не видел. Ну в плане, ладно, ну типа понятно, с Афиной там не видел. Ну что там стрелок и... Это одно и то же, что стрелок с Анубисом выпадет. Ну это вообще что-то. Это что-то жесткое, ребята. Это что-то невероятно жесткое. И я очень рад за игрока под ником Мэйн-кун. Потому что это на самом деле чудеса чудес. Посмотрим, какие таланты выпали на новых... Да ладно. Пятый ожог. Пшу, колдую пятый ожог. Сука! Бля, я уже думал, что вообще сейчас я буду просто прыгать. Смотри. Серьезно и выпало, да, для начала. Так, у нас еще тут 14 карт. Ну, на первое время давай Бигфуту. Слушай, ну что, да и, типа, единички только будут падать или что, я не понимаю. Ты серьезно? Не, ну... Понять рандом можно, потому что, блин, ребята, потому что вы видели, что творилось с роллингом. Ну, вот как за самоцветы начал ролить, так сразу послабление пятое. Ну, кому это слабление? Ну, можно приколоться Ронину поставить, он и так быстро бегает. Ну, на первое время, ребят. На первое время можно приколоться Ронину поставить, вот. Пускай носится, как угорелый. Блин, оживу на основного героя ставить, ну такое себе. Можно на допа сейчас поставить. Ну, с талантами здесь все неплохо, я вам скажу. Все, даже... Конечно, стрелку бы другой талант. Не помешал бы, я бы вам сказал. Ну, блин... Так, давай дальше. Последнее самоуничтожение. Так, кто у нас тут с двоечкой? Выходите. Ну, давай еще топовую пятерку какую-то. Ну, пожалуйста. Ах! Эх! Короче, ребятушки, не получилось. Ну, как мы видим, да, когда падают герои, не падают таланты. Вот вам и вся арифметика. У нас еще 20 легендарных карт, которые мы сейчас откроем. И арес, химера, 2 достойненько. Еще такое уже.
Такое. Ну-ка, давай 4 карты возьмем, сейчас откроем. Капитан Дрейк. О, божечки. Боже, лютики, цветочки, лютики, цветочки, лютики, цветочки. Ладно, ромашки и петрушки. Большущее вам спасибо за просмотр данного роллинга. Это, блин, я очень хорошо сейчас провел время, поднялось настроение. Хотя день сегодняшний у меня был очень трудный, но, блин, это было прикольно. Я надеюсь, и вам понравилось. Если это так, то не забудьте поддержать роллинг лайком, там репостом, все как вы умеете. И, конечно же, подпиской. Всем я вам пожелаю такой же удачи, которая меня преследовала сегодня на этом роллинге. Выбивайте себе недостающих героев как можно за меньшее количество самоцветов. Всем пока, друзья!